Я сегодня с утра встал пораньше, чтобы приехать в Коломенский парк, чтобы посмотреть на День студента мифический. Очень понравилось, очень классно, куча всяких спортивных развлечений было. На ледянках катали поролоновые параллелепипеды, армрестлинг был, тир был, очень понравилось, очень хорошо. Получила зачетку, и теперь я чувствую себя очень взрослой, а потом я приехала в МИФИ, где я кушаю сладкую вату и попкорн, и еще всякие шоколадки, чай купила и потанцевала. И, в общем, очень было весело и интересно. Пришел на награждение в НИАУ МИФИ, награждали за заслуги в учебе, в успехах каких-то помимо учебы. Поучаствовал во многих конкурсах, мне очень понравился, получил вату сладкую. Было очень много классных активностей, очень много игр, позитивного настроения, угощений. Это было очень классно. Мы с друзьями собирали мифишки, и в итоге получилось выиграть термостакан и классный значок от МИФИ. Очень понравилось.